Всем доброе время суток. В последнее время DTEC устанавливает новые счетчики. Это день и ночь. Чем хорош такой счетчик? Тем, что днем счетчик будет считать по тарифу дневному, ночью по тарифу, который в два раза дешевле. Тарификация начинается в ночное время с 11 часов до 7 утра и в дневное время с 7 утра до 11 вечера. В данный момент у меня стоит счетчик Gamma 100, и давайте разберемся, как им пользоваться. В первую очередь, с чем нужно разобраться, это с верхними и нижним показанием. Верхнее показание — это код. Код, который задал DTEC. У каждой организации он свой и может быть иметь разные значения. Нижние показания — это дата, время, дневные данные, ночные и общие данные. Нижняя часть циферблата — это время 14 часов 29 минут 30 секунд. Следующая идет дата 29 декабря 2020 года. Верхняя часть — это код даты 0.9.2. Дальше идет среднее показание нашего счетчика 249,7 кВт 15.8.0, верхняя часть кода. Дальше дневное показание 224,7 15.8.1 код. И ночное время 25 кВт, нижнее число, и верхнее — это код 15.8.2. Код задается DTEC-ом. Дальше идет мощность. На данный момент сейчас часа — это 0.23. Код 17.0. И снова все по кругу. 0.9.1. Верхняя часть циферблата 14.30.36. Это время. Чем хорош такой счетчик? Тем, что он автоматически с конца месяца передает показания в обслуживающую организацию. Снижаются затраты на обходчиков и так далее. На этом все. Если видео было полезным и понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал. Всего доброго, до новых встреч!